Короче, я так переживала, что у меня волосы после Средиземного соленого моря сожгутся все. А они такие, знаете, наоборот, хорошие стали. Ну, седина, понятно, да? Мне наоборот она нравится. Мне нравится, как они блестят так вот. Верите, нет? Скоро я буду милированная, я так думаю. Вот. Что я хочу сказать, что после Средиземного моря волосы прям реально классные. Хотя до этого, когда-то мы приезжали с Таиланда, с океана, ну, у меня, правда, тогда были волосы обесцвеченные, и через неделю они у меня отпали. Вот так. Ну, то есть длина какая была, она вся отпала, представляете? Вот, а сейчас вот сижу, гимнастику собралась сделать для лица и обнаружила, что я с накрашенными глазами сижу. Я настолько привыкла в отпуске не красить глаза, что я, ну, такая пришла, села делать гимнастику, опа. А еще брови, прикиньте, отросли от, ну, ногти и брови, прям длинные вот эти волоски стали. Они у меня такие короткие были, а сейчас прям вот длинные-длинные, представляете? То есть я это думаю, что это все-таки от соленой воды так у меня поперли грядка бровей. Вот, и волосы, естественно. Мне так нравится, как блестит седина. Слушайте, как будто я милированная становлюсь. Мне очень нравится, что вот меня седина милирует. Со временем, видимо, я вообще буду такая баба Надя. Ну, я ничуть не стесняюсь ее, честно вам скажу. Мне она вот даже нравится, что она блестит. Вообще классно. Ладно, пошла делать гимнастику для лица.